Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по обвинению Руслана Юсипова, который, по версии следствия, вместе с подельником осуществлял незаконные перевозки и сбыт спиртосодержащей жидкости под видом косметической продукции «Боярышник». В составе продукта был метиловый спирт. Его подельник Афик Аббасов сейчас находится в бегах. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы. Буквально в феврале этого года оглашен приговор иркутской предпринимательнице Елене Бакотиной и продавцу Олесе Вегера, которые сбывали спиртосодержащую жидкость для ванн «Боярышник». Суд приговорил женщин к 4 и 3 годам лишения свободы.